Илья Ильич, ты что шумишь? Маменька приехала, не разбуди. Маменька приехала. А когда маменька встанет? Скоро. А когда она приехала? Поздно, батюшка, ты спал уже. А я пойду послушаю, не проснулась ли еще? Ну что ты, батюшка, беспокойный такой. День только маменьку не видел, а уж извелся весь. А чего это, няня, там светло, а тут темно? А уже будет и тут светло. От того, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его. Вот и хмурится, а уже как увидит месяц. Батюшка, ты чего тут стоишь? Разбудишь ненароком маменьку. Маменька приехала! Маменька В Петербурге, в Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было нормальным его состоянием. Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином, поселился в Петербурге 12 лет назад. Тогда еще он был молод, полон разных стремлений, ждал многого от судьбы, от самого себя, все готовился к поприщу, к роли. Но дни шли за днями, годы сменялись годами, служба была оставлена, пушок обратился в жесткую бороду, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, перевалило за 30 лет, а он ни на шаг не продвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где и был 10 лет назад. Захар! Захар! Куда же ты? Ой,
Ничего не говорите, что ж тут стоять даром. А у тебя что, ноги отсохли? Видишь, барин озабочен, так подожди. Не лежался там еще. Сыщи письмо. Какое письмо? Я не видал. Ты же от почтальона его принял грязное такое. Ну, куда же его положили? Почем мне знать? Понятно, ты ничего никогда не знаешь. В корзине посмотри, или не завалился ли за диван. Ты смотри, спинка у дивана до сих пор не починена. Чтоб тебе призвать столяра да починить. Ты же изломал. Я не ломал, она сама изломалась. Понятно, ты не ломал. Нашел? А, какие письма. Не те. Ну, так нет больше. Ладно, ну, нет, хорошо, поди, право. Я встану, нет, сам найду, право. Ох, какая же у тебя чистота кругом. Пыли, грязи. Боже ты мой, ничего не делаешь. Ну, уж коли я ничего не делаю. Вон, вон, все подметено, все прибрано, словно к свадьбе. Так. Чего еще? А это что? У стола. Ну, пожалуй, уберу. Только-то. А пыль, а грязь, а паутина. Я иногда вижу клопа на стене. У меня и блохи есть. Это же гадость. И не смеяться надо, Захар, а убирать. Убирать лучше. Захар, умыться готово? Готово давно. Чего вы не встаете? Опять управляющий дворник присылал. Говорит, непременно нужно съехать. Квартира нужна. Не смей напоминать мне о квартире. Я уж тебе запретил, раз ты опять. Смотри. Лучше бы к мяснику сходил. Не пойду, больше долг не дадут. Нынче первое число. А мы что ему должны? 86 рублей. Ты с ума сошел? Так не платили месяц три, у меня записано, не украли. Как это только в тебя влезает, добро бы впрок. Вы бы лучше написали, сударь, к домовому хозяину. Так, может быть, он бы вас квартиры не тронул. Ой, ладно, ступай к мяснику, а я подумаю, напишу. Иду. Илья Ильич был сильно озабочен. Дело в том, что по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии. И вот из этого имения от своего старосты он получил вчера письмо неприятного содержания. Но известно, о каких неприятностях может писать староста. Не урожай, недоимки, уменьшение дохода и тому подобное. Еще несколько лет назад Илья Ильич стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в своем имении. Ему и хотелось бы улучшений и перемен по этому плану. Но только чтобы это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой. Вот. А тут еще хозяин съехать просит, квартира нужна, сын у него женится. Обломов был в затруднении. О чем думать? О письме ли старост? О переезде ли? О деньгах ли? Мы письмо написали. Заканчиваю. А ты в лавку ходил? Ходил, закрыта лавка. Ушел куда-то мясник. Я потом еще скажу. А, ну ладно. Ладно, ну ладно. Отдай. А, это вы, Алексей. Здрасте. Не подходите, Ильич. Не подходите ко мне, я вам руки не подам, вы с холода. Что вы, какой холод, Илья Ильич? Вот теперь, я не думал к вам сегодня, да Овчинин встретился и увез меня к себе. Я за вами, Илья Ильич. Куда это? Да к Овчинину-то. Поедемте? Там сегодня собрались Матвей Андреевич Альянов, Казимир Альберч Пхайло, Василий Севастьянович Колымягин. Так, что же они там собрались, что им нужно от меня? Так Овчинин зовет вас обедать. Обедать? Садитесь, да. Подумаем. Вставайте же, пора одеваться. А зачем одеваться? Я еще не умывался. Так умывайтесь.
Что же вы? Что? Да все лежите. А что такое? Как же? Вы хотели ехать? А, нет, куда ехать? Нет, я не хотел ехать никуда. Я ведь вам о делах своих еще не говорил. О каких делах, не знаю. Я ведь почему так долго не встаю? Я пока лежал, тут все думал, как мне выпутаться из беды. Что такое? Два несчастья. Вообразите, с квартиры гонит, съезжать надо. Сыграл со мной шутку хозяин. Съезжайте, говорит, поскорее. Еще поскорее. Да. Это очень несносно переезжать. Да. С переездкой всегда хлопот много. Растеряют, перебьют, очень скучно. А некоторые так любят переезжать. Том только удовольствие находит, как бы переехать. Захар! 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 Квартира это еще ладно. Захар! А вот посмотрите, как ко мне пишет Захар! Из деревни староста. Захар! Здесь за мной стоит. А, где мое письмо? Где же вы искать? Раз я знаю, как вы. Я не умею. А я что, съел его? Где оно в самом деле-то? Ух! Вот. Ну вот вы это все. Ладно, ступай, иди. Надоел ты мне. Вот смотрите. Милостивый государь, ваше благородие. Ну, это не важно. Я говорил с холода. Пятую неделю нет дождей. Эдакой засухи старики не запомнят. О зиме, ну тут неинтересно. Под Иванов день три мужика ушли. Исправник, так-так, холста нашего сей год на ярмарке не будет. Пьют. О, Господи, Боже ты мой. Внедаем-ка недобор нынешний год, а пошлем доходцу. Батюшка-то наш благодетель, тысячи яко две помене против года, что прошел. Месяца и года нет, должно быть, письмо валялось с прошлого года у старосты. Тут Иванов день, засуха, когда помнился. Представляете, как вам это понравится? Тысячи яко две помене. Сколько же это останется? Сколько же я в прошлом годе получил? Я не говорил вам? Нет. Надо бы у Штольца спросить. Скорее бы он возвращался, а то пишет, что приедет, а сам черт знает, где шатается. Губернатору что ли писать? А кто у вас губернатор? Напишите губернатору. Засуха, жара. А и вправду, напишите губернатору. Осторожно ходи. Да смотри, Лёш, не шуми. Маменька наша спит, устала с дороги. Илюшенька, ну куда ты побежал? Илья! Ой! Илья Ильич, да что ж ты делаешь? Вот была в них. Совсем расшаталось. Так ведь когда строили, он и тогда шатался. Ну, да вот. Так что шатался? Так ведь не развалилось же. Даром, что
16 лет без поправки стоит. Славно сделал тогда. Лука. Да, о, хорошо сделал. Вот был плод. Да. Умер. Царство ему небесное. Царство ему небесное. Нынче избаловались. Так не сделают. Нет. А разве Лука строил-то? Нет, не Лука. Ну да, Лука. 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 Видишь как? Нельзя, батюшка, нельзя маменьку будить. Шутка ли сказать, целый день дома не была и всю ночь в дороге. Илюша! Что же вы не пишете? Я бы вам перышко очинил. А, это вы. Простите, я, кажется, заснул. Ничего, ничего. Алексеев был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и молчание Обломова, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. И хотя Обломов был ласков с ним, но любил искренне только одного человека, верил ему одному, может быть, потому что рос, учился и жил с ним вместе, это Андрей Иванович Штольц. Штольц был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час. Что же вы не говорите ничего? Вы же поговорить хотели о чем-то. Бог с вами, выступайте куда-нибудь. Я сначала один подумаю, а с вами потом. Очень хорошо, очень хорошо. В самом деле и потом хорошо. Потом хорошо. Все готово, Илья Ильич. Ну. Насчет квартиры опять приходили съезжать. Илья Ильич, что делать будем? Съезжать велят. А я тебе запретил напоминать мне об этом. Какой ты ядовитый человек, Захар. Я не ядовитый. Ладно, ступай. Убери все это. Только смотри, я запомнил, там сыр остался кусок и ветчина. Вечером подай. И то опять употребишь, как всегда. А барину соврешь, мол, тебя оставал. Чтобы не пускали никого, так больше бы оставалось. Ладно, ступай. Эх, смерть не идет. Чем куском попрекать, лучше про переезд подумай. Другие вон переезжают. Что? Что? Я сказал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно. Так. Захар. Ну-ка, поди сюда. Ближе. Каково тебе? Нехорошо ведь, а? Что, Илья Ильич, я ведь только сказал, погоди, что... Погоди, ты подумал ли, что ты такое сказал, ядовитый человек? Что же я такого сказал? Ты сказал, что другие не хуже нас переезжают. Другие не хуже. Вот до чего уже договорился. Теперь я буду знать, что это для тебя все равно, что другой. Ты подумал, ядовитый ты человек, что такое другой?
сказать ли тебе, что это такое? Знаешь ли ты, что такое другой, а? Другой так действительно возьмет и приедет на новую квартиру. Вон Легаев возьмет линейку под мышку, две рубашки, носовой платок и пошел. Куда ты, мол, приезжаю. Вот это вот другой. А я, по-твоему, другой? А? Полно, батюшка, томить ты меня жалкими словами. Ну, разве я другой? Разве я мечусь, работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Ну, разве мне чего-нибудь не достает? Да я на всю свою жизнь ни разу себе чулок на ноги не натянул. Пока живу, слава богу. Кому это я говорю? Ну, не ты ли с детства ходил за мной? Ты же сам знаешь, видел, что я воспитан нежно. Ни холода, ни голода никогда не терпел. Нужды не знал. Хлеба сам себе не зарабатывал. Вообще черным делом не занимался. Ну как же у тебя после всего этого достало духу равнять меня с другими? А я в своем плане ему отвел отдельный дом, огород. Жалований назначен. Он у меня мажордом. Он староста, он поверенный по делам. Ну как же ты после всего этого мог так горько оскорбить меня, твоего барина, которому ты век служишь, которого ты ребенка носил на руках? Батюшка, я не понял, ну что вы, Господь, с вами такой? Часок. А в половине пятого меня разбуди. Уже легкое приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозцы туманят поверхность вод. Еще минута, и сознание улетело бы бог весь куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. А я ведь не умылся, прошептал он. Как же это? Да и ничего не сделал. Хотел изложить план на бумагу и не изложил. Губернатору не написал, домовому хозяину тоже, счета не поверил. Утро так и пропало. Он задумался, что же это такое. А другой бы все это сделал, мелькнуло у него в голове. Другой, другой, что же это такое, другой? Он углубился в сравнении себя с другим. Настала одна из ясных и сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначений, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью. Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собой. Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести извили его, как иглы. «Это все Захар», — прошептал он. Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда. Что, если бы кто-нибудь слышал это, думал он, цепенея от этой мысли. Слава Богу, что Захар не сумеет пересказать никому, да и не поверят, слава Богу. Илья Ильич. А Илья Ильич. Как спит, словно камещик. Илья Ильич, вставайте, пятую половину уже. Илья Ильич. Чего тебе?
велели себя разбудить. Исполнил приказание и ступал. Остальное тебя не касается меня. Не пойду, Илья Ильич. Вставайте. Трога. Я бородёхник, да никак нельзя. Ну, Илья Ильич. Замешай. Вы сами будете гневаться на меня, Илья Ильич. Я сам знаю. Знаешь, ты дрыхнул. И дрыхнул слово чурбан осиновый. Дуна был в хуй разум. Зачем на свет-то божий родился? Да вставай, что тебе говорят! Вставай, говорят тебе! Что? Думаешь, я сплю? Я не сплю, я все слушаю. Эх ты, головушка, что лежишь, как колода? На тебя смотреть тошно. Поглядите, добрые люди. Вставайте, вставайте! Ильич, поглядите-ка, что вокруг вас делается. Я проснусь, когда замерзну. Вставайте! Я сейчас покажу, как тревожить барина, когда он почевать хочет. Дай квасу. Илья! Андрей! Стой! Приказ! А я от Верклевки до Вавилова сам тележкой правил. А мне мама такая. А мне эти перчатки настоящие подарили. Тихо ты, а то нянька проснется и мне в тени сидит. А пока они все после обеда спят. А давай посмотрим, как они спят. Давай, только тихо. Я вот чего могу. И я могу. А чего это крыльцо не починит? Ох, его знает, сам не знаю. Слушай, а пойдем крутиться? Пойдем. Штольц остановился у Обломова. Жизнь Штольца, как всегда, была заполнена делами, визитами, обществом. И как Илья Ильич не протестовал, не жаловался, не спорил, он был увлекаем своим другом и сопутствовал ему всюду. «Нужно начинать новую жизнь», — говорил ему Штольц, — «теперь или никогда». Штольц был ровесник Обломова, и ему уже перевалило за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и благодаря старанию и уму успешно. Он часто говорил Обломову, что нормальное назначение человека – донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно.
и что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них. Что не встречалось в жизни Штольца, он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления. Как ключница сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери. Захар! Давай ему одеваться и поскорее! Значит так! Сейчас завтракать. Потом. В палату по делам, потом обедать. Кстати, Илья, сделаешь приятное знакомство. Я пригласил золотопромышленника, того, что давеча говорили. Затем мы приглашены к нему пить чай. Ах, да. Непременно познакомлю тебя с Ольгой Ильинской. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, может, я пристрастно сужу, у меня к ней слабости. У вас, значит, бывают слабости. Бывают, бывают. Кто ж такую рань? Ты давай скорее барина одевай и неси завтрак. Дверь я открою. А, это вы, Алексей. Иван Алексеевич. Виноват. Слушаю вас. Простите, Андрей Иванович, я думал, Захар откроет. Мне Илье Ильичу приглашение передать. А нет Ильи Ильича. С вечера еще уехал по казенной надобности и не скоро будет. Он теперь за границу собирается, потом в Обломовку. И слава богу, он все вас, Андрей Иванович, очень ждал. Вот, говорит, Андрей Иванович Штольц, мой друг, приедет, и все дела обладятся. А, позвольте спросить, почему мы шепотом говорим? Или в доме кто? Захар спит. Простите. Мне в службу надо. Прощайте. 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 Алексей. Я Иван Алексеевич. Иван Алексеевич. Захар! Ну-ка, 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 ну-ка. Что ты там такое потащил? А? Телятина. Видал? Видал. Только, Андрей Иванович, пожалейте барина, не может он вашей пищи. Ступай, принеси то, что я велел. И машинку. А что же мы не завтракаем? Время не ждет. Андрей, а кто там приходил сейчас? Это ко мне. Бумаги казенные принесли. Пошли к столу, Илья. Пойдем. Ах ты, Илья, только послушай, запах какой. Если бы само здоровье была вещь, которую можно видеть и ощутить запах, я уверен, что такой у него был бы вид. Так оно должно пахнуть. А. Захар? Прими. Это меня в Европе выучили. Там тоже пока никто этого не понимает. Оказалось бы, чего проще? Животные здоровее нас. Так ешь то же самое, что они едят, и будешь так же здоров. Вот, Захар, только понюхай. Ну ладно, ступай. Ступай, член. Илья, сбрось себя прежде жир, тяжесть тела. Тогда и отлетит сон души. Ах, Андрей, ты знаешь, я сам с собой мучаюсь. Все знаю, все понимаю. Вот ты сказал про сон души. Я все знаю, но уйти от этого сна ни в воле, ни сил у меня нет. Вот за тобой, может быть, я и пойду, а сам один я не справлюсь. Прости, я перебил тебя. Спасибо. Ты не забыл завтра в палату прошение подать? Не позже. Собирайся, я через 5 минут ехать нужно. А чай? Андрей, а чай? Чай вреден. Не продается.
самолеты тянут, даже не имея их, за 3/4, с тем, чтобы после падения курса скупить за 5/8. Теперь понятно? 5/8 чего? Ну, есть стоимость акций, есть нынешний курс, ну, к примеру, 3/4. Чего 3/4? Ну, ты что, вообще ничего не понял? Ваше превосходительство, к вам господин Штольц. О, простите. Как я рад. Павел Петрович. Здравствуйте. Ой, родной мой. Рад вас видеть. Очень рад. Как наши дела? Я прошу прощения. Позвольте вам представить, мой друг Обломов. Очень приятно. Андрей много рассказывал об этом проекте. Я же давно вас не видел, ничего не знаю. Ваше превосходительство, все подписано. Все подписано. Энергичный человек. Я другого от вас не ожидался. Но, друг мой, задевая это серьезное дело, я все-таки подумал о том, что стекло-то нужно венецианское. А где его взять? Да, понимаете? Павел Петрович, я все понимаю. Вот здесь все изложено. Я понимаю, что все изложено, но стекло-то очень дорогое. Вы понимаете меня? Если туда обратиться... Не надо обращаться к Гелю. Не надо? Это можно сделать мой. Что? Сказала мне Надежда, и поселись опять в Европе. Без этого.
Сейчас пирог подам. Ну ладно. Так, стало быть, никогда. Стало быть, никогда, Илья? Что никогда? Послушай, Илья. Кого ты обманываешь? Не меня ведь. Себя. Ты вспомни, как ты радовался бодрости, свежести своей, пришедшей легкости. Где твоя изжога, где ячмени? Лицо не измято стало, постройнел, а ведь всего несколько дней не валяешься без дела и не ешь всякой гадости. Ай. Ужель ты хочешь опять походить на дряблый, ветхий, изношенный кафтан? Ну так тогда так и скажи, не требуй сочувствия. Вели подать себе завтра баранью ногу в постель, а еще лучше свинины жареной. Валяйся день денской, спи, пей, хочешь? Ну послушай, Илья. Ну вот что проку, что ты теперь наешься и бухнешься спать вот с таким вот брюхом. А завтра будешь проклинать тебя за эту слабость. Да и чем наешься, подумать только. Что у тебя там? Я спрашиваю, что у тебя там? Суп. С мясом. Ну, хорошо. Только немного и в последний раз. Теперь или никогда, запомни, Илья. Ушел. Ай, черт с вами! Захар, подай ложку. И тарелку. Ложку, тарелку. И пирог уж тогда неси, каналья. С чем он у вас хоть? С грибами. С обломовскими. Как могли быть близки эти люди, в которых каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни друг друга? Но это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности никак не препятствуют поводам для симпатии. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломовых на немецкого мальчика. Потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове. Наконец, и более всего, чистое, светлое и доброе начало, лежащее в основании натуры Ильи Ильича, которое исполнено было глубокой симпатии ко всему, что хорошо, и что только откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца. Вот, Илья, это настоящая баня. Ни с какими петербургскими не сравнить. А пахнет, слышишь, как? Я этот запах еще из детства помню. Отец, бывало, сажал меня с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику. О, хорошо. Потом в поля, потом в город, потом какую-нибудь глину посмотреть. Андрей, ты вправду съезди-ка нынче на этот обед без меня. Я, видишь ли, должен еще... Вот, значит, сзади натрясет так, что идти не можешь. А тут уж банька истоплена. Залезаешь на самый верх, деревом пахнет, веником. Да нет, в самом деле, Андрей, мне бы надо... пару деньков дома посидеть. План докончить. И не здоровиться, боюсь. Опять ячмень сядет. Что, Илья, на диван захотелось? Никуда тебя не отпущу. Теперь или никогда. Помнишь уговор? Иди сюда, Илья. Вот мне здоровье, и никакой ячмень не сядет. Илья! Да ну тебя. Не, ты что ж думаешь, что я шучу? А теперь или никогда? Теперь или никогда? Теперь или никогда? Я говорю! Теперь или никогда? Теперь или никогда? Пусти!
Илья, что с тобой? Я этого не люблю. Илья. У меня теперь плечо болеть станет. Ну, Илья. Я сказал, я этого не люблю. А ты делаешь нарочно. Да бог с тобой, что ты говоришь? Да нарочно, мне неприятно, ты делаешь. Я не могу, а ты заставляешь. Я устал. От чего, Илья? От всего. От балов, встреч, знакомств, чаепитий, разговоров. От этой беспрерывной беготни в запуски. От пересудов, от сплетен. Не нравится мне ваша петербургская жизнь. Какая же тебе нравится? Не такая, как здесь. Да? Что же здесь именно так не понравилось? Все! Ни у кого нет ясного покойного лица. Один мучится, что осужден каждый день ходить на службу, а другой вздыхает тяжко, что нет ему этакой благодати. Вот идеал и цель жизни. Значит, что ж, делами заниматься и в приемах сидеть? Ты не желаешь? Не желаю. Равно как и светской жизни вашей не желаю. Ходить в зал и любоваться, как симметрически рассаженные гости. Как смирно и глубокомысленно они сидят за картами. Нечего сказать, славная задача жизни. Отличный пример для ищущего движения ума. Да разве они не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя за картами? А чем я виноват и их, если лежа у себя на диване, не заражай головы тройками валетами? Собирают, скормят друг друга. Ни доброты, ни радушия, ни взаимного влечения друг к другу. Что это за жизнь? Зачем она? Чему я здесь научусь? А ты, Илья, кого и чему научить можешь? Я? Да, ты. А я никого ничему учить не собираюсь. Ой. И экзаменов никому не делаю, как этот желтый господин в очках. Твой золотопромышленник пристал ко мне. Читал я речь какого-то депутата и глаза на меня вытрясли, когда я сказал, что вообще не читаю газет. Потом привязался ко мне, как я думаю, отчего французский посланник выехал из Рима? Там Мехмед Али послал корабль в Константинополь, тут отряд войска послали на восток. Так вот, этот желтый господин, как ты его изволил величать, кончил курс в двух университетах. И за то время, как у тебя под носом твой староста Обломовку разорил, этот господин 10 таких обломовок нажил. И еще 20 наживет. И все своим старанием, умом и усердием. В 6:00 утра он уже на ногах. Летом ли зимой, всякий день делает гигиеническую гимнастику. Вина не пьет совсем. Говорит на 6 языках. Все знает, всех знает. Жизнь его подчинена цели, труду. Ни одного лишнего поступка, шага лишнего, слова. И вот здоров, богат. И в свои 60 лет выглядит моложе тебя. А зачем, Андрей? 60 лет надо выглядеть на 60, а не на 35. Верно. Только тогда и в 35 лет не нужно выглядеть 50 лет, как ты. Ах, Андрей... Ну, проживет твой золотопромышленник еще 100 лет, заработает еще 100 обломовок. А зачем? Все думают только о том, как питаться, что вредно, что полезно, у какого доктора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только о том, как жить. А зачем? Никто не хочет думать. Что есть твоя жизнь? Для чего ты в ней? Нужен ли кому-нибудь? Ах, Илья. Валяться целыми днями на диване и судить всякого, кто делом занимается, несложно. Только, может быть, вместо того, чтобы других судить, лучше на себя обратиться. И, может, не свет, не общество виновато, что тебе не годится, а сам ты виноват, что ему не нужен. Стыдно, Андрей. Что? Помилуй, Илья. Не смейся, Андрей. Так стыдно иногда делается. Прям до слез.
Лежишь, ворочаешься сбоку на бок, спрашиваешь себя, отчего же-то я такой? Не знаешь ответа. Однажды я утром проснулся, у меня за окном дерево росло. Оно, наверное, уж лет 500 росло или больше. Может, татар видела мамая. Еще 1000 лет проживет, а то и где. А листья на нем каждый год меняются, и сколько их за эти годы распустилось, пожелтело, опало. Сколько еще распустится и опадет. Но ведь каждый лист, пока он растет, он живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветвями. Он их чувствует, наверное, необходим им. Значит, доля этого листа есть в последующих годах, была и в тех прошедших. Так верно и мы, кто бы ни был. Раз живем, значит, есть смысл какой-то. Я как это подумал, обрадовался, даже заплакал. А спроси, почему, я и объяснить не умею. А потом листал как-то учебник старый по ботанике. И вычитал, что деревья так долго не живут, разве что секвойи. Так стыдно сделал, что ничего не помню, чему учился. В голове моей как будто архив. Мертвые дела, цифры, эпохи, религии. Ничто ни с чем не связано. Как библиотека из одних разрозненных томов ни одного полного собрания. Ботанику забыла. Спроси, зачем я помню, что Селевкт I в 306 году до нашей эры победил какого-то Чандрагупта? Ну, Илья. Ты счастливый человек. Другой пусть 3 университета кончит. Спешит за новыми знаниями. А тебе эти страдания неизвестны. И он вздыхает, что не все еще смог забыть. Штольц был немец только наполовину, по отцу. Мать его была русской, из обедневшего дворянского рода. Веру он исповедовал православную, природная речь его была русская. С 8 лет маленький Андрей сидел с отцом за географической картой, разбирал безграмотные счета крестьян, мещан и фабричных, и отец, как мастеровому, совершенно по-немецки, платил ему жалование по 10 рублей в месяц. И заставлял расписываться в книге. Мать Андрюши страдала. Ей не нравилось это трудовое практическое воспитание, но, будучи по природе своей человеком робким, тихим, с мужем она не спорила. Иван же Богданович Штольц не умел начертать своему сыну другой дороги, кроме той, которой прошел сам. Он помнил, что когда сам кончил курс учения, то отец отослал его от себя. Стало быть, и своего сына нужно от себя отослать, как кончит курс. Таков обычай в Германии. Матери тогда уже не было на свете, и даже оплакать разлуку с отчим домом
было некому. В день отъезда только кучка соседей собралась поодаль посмотреть, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Иван Богданович дал сыну 150 рублей ассигнациями. Две сумки были привязаны у седла. В одной лежал клеенчатый плащ и толстые, подбитые гвоздями сапоги. Вещи, взятые по настоянию отца. В другой лежал изящный фрак из тонкого сукна, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве в память наставлений матери. До Москвы тебе доехать станет 40 рублей. Оттуда в Петербург 75. Останется довольно. Дальше как хочешь. Образован ты хорошо. Перед тобой вся карьера открыта. Можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй. Я не знаю, что ты изберешь. К чему чувствуешь больше охоты. Хорошо. Ну, а если не станет умения, зайди к Рейнгольду. Он научит. Это мой друг. Мы с ним вместе из Саксонии пришли. У него 4-этажный дом в Петербурге. Я тебе адрес скажу. Не надо. Не говори. Я пойду к нему, когда у меня будет 4-этажный дом. А пока обойдусь без него. Щенок, не слезинки. Вот оно как. Ну, старый-то нехрест тоже хорош. Как котенка вышвырнул на улицу. Стой, стой! Андрей! Ну! Подпруга слаба. Подтянуть надо. Так я тут и шапшовки поправлю. Время тратить нечего. Надо засветло приехать. Ну! С Богом! Ах!
Я говорю с ней охотнее и чаще, чем с другими. Ни жеманства, ни кокетства, ни умысла. О ком ты? Об Ольге. Ну, Ольга Ильинская. Я тебе давеча рассказывал. Да. Ты сейчас сам увидишь, Илья. Ольга чудесное создание. И нечего улыбаться. Я любуюсь ей совершенно бескорыстно, как ребенком, клянусь. Она рано осталась без родителей, живет теперь с теткой. И как поет, Илья, как поет. Я очень хочу, чтобы ты понравился и Ольге, и ее тетке. Пока я буду в Англии, я завещаю тебе Ильинским, чтобы они присмотрели тут за тобой. Мешали тебе сидеть дома и спать после обеда. Да, и нечего смеяться, нечего. А через месяц встретимся в Париже. Да, у тебя паспорт готов? Давно уже. Я и фуражку купил. Ну вот и приехали. Здравствуйте. Илья, ну где же ты? Ну, иди, познакомься, господа. Позвольте вам представить мой друг Илья Ильич Обломов. Ну что, Кать? Илья, ты что? Погоди, куда ты? Я уйду, Андрей. Ну что же ты такой? Что я? Это же мучение. Что, им насмех, что ли, всем дался? Да о чем? Где моя шапка? Да погоди. Где моя шапка? Ольга Сергеевна, ни на кого другого она так смотреть не смеет. Я посмирнее других, так она и... Где моя шапка? Илья. Где шапка моя? Я же не знал, куда деваться. Понимаешь, я... Как хоть сквозь землю провались. Да бог с тобой, Илья, ну о чем ты подумаешь? Соусник разбил великолепно. А почему разбил? Потому что не знал, куда деться. Смотрят все, как на Эфиопу, улыбаются. Тут ловкий человек растеряется, а я как... Илья, ну что ты? Кстати, Андрей, а откуда они знают, что я третьего дня заснул в опере? Смотри, если ты меня сюда привел для того, чтобы не смеялись надо мной, дурно я тебе говорю. Оставь, Илья, что ты шуток не понимаешь. Хорошие шутки! Добро бы только этот барон или тетка, а то и Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна молодая барышня. А ты при ней и про рубашку наизнанку. Про то, что я разные чулки на ноги надел. Смотри, Андрей. Полный, Илья. Я рассержусь ну, на тебя. Пойдем. Я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку, просил спеть для тебя. Что ты наговариваешь на меня в самом деле? Я вовсе не страстно люблю музыку. Каков, а? Я тебе рекомендую как порядочного человека, а ты спешишь разочаровать на свой счет. Ну, пойдем, Илья. Я не желаю ее слушать. А вдруг она дурно поет? Лгать я не умею, комплименты говорить тоже не умею. Я опять буду в неловком положении. Когда ведь с соусником, да? Это зло. Нет, это не зло. Это просто маленькое мщение за то, что вы не хотите послушать, как я пою. Ведь вы не хотите послушать, как я пою. Нет, это он хочет. А вы? Ну ты грубиян, Илья. Вот что значит залежаться дома и кроме халата... Андрей!
Андрей Иванович, тогда я вам спою. Merci beaucoup. Chère Ольга, je ne regrette pas d'admirer votre voix. Господа, Ольга Сергеевна нам сейчас споет. Всю следующую неделю они почти не расставались. Ольге было с ними, как ни с кем, легко и просто. Штольц она знала давно, называла его другом, любила за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать, но немного и боялась. Штольц любовался ею бескорыстно, она была в глазах его только прелестный ребенок. Как все было хорошо, как свободно сошлись они все трое, как просто познакомились Ольга с Обломовым. Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя и не смешил ее так, или смешил собою, и так легко прощал насмешки. Потом еще Штольц собирался ехать за границу и поручил Обломова ей. У них уже развился подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, как прикажет прочесть книги, которые оставит Штольц, писать деревню письма, приготовиться ехать за границу. Словом, Штольц не узнает его. Все было очень хорошо. Пришло время нам прощаться. Илья, ты зачем? Я сейчас вернусь! Ольга Сергеевна, не оставьте Илью. Помните наш уговор. Возвратите его к жизни. Андрей Иванович, я уже все придумала. Я заставлю его каждый день читать газеты. Потом он будет пересказывать мне все новости. Потом он напишет план переустройства имения. Он будет жить и действовать. Сколько славы доктору, который спасет безнадежно больного. Правда? Этот больной не безнадежен, Ольга Сергеевна. Но лечение этой болезни, которую я называю обломовщиной, требует от доктора терпения и доброты. Верю, что у вас их достаточно. К тому же завещаю Илью вам всего на месяц. Через месяц, не позже, я жду его в Париже. Ой! Вот! Ой, Илья Ильич, кто это? Там ты такого не поешь! Это Обломовский с грибами. Ой, какой я нарочно велел приготовить. Ой, горячий. Прими пирог. Андрей Иванович, пора. Андрей Иванович, не успеете до станции засветло. Андрей Иванович. До свидания, Ольга Сергеевна. До свидания, Андрей Иванович. До свидания. Счастливо, Захар! Пошел! Ну, пошел! Штольц уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. До отъезда Обломов должен был отправить план построек в Обломовку, сдать квартиру, читать книги и газеты по указанию Ольги Сергеевны. Без меня больше пирогов не ешьте! Илья, я жду тебя в Париже! Но Обломов не уехал. Ни через месяц, ни через полтора, ни через два. Обломов нанял дачу рядом с Ильинскими и живет там. Встает он теперь в 7 часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни усталости, ни сна, ни скуки. На нем появились даже краски. В глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности.
Он с Ольгой с утра до вечера. Он читает с ней, посылает цветы, гуляет по реке, по роще. Они часто остаются наедине. Иногда общество им составляет Ольгина тетка Марья Михайловна с бароном фон Ландвагеном, старинным другом своим. Злые языки намекали даже на большее между теткой и бароном, на какую-то поездку за границу вместе, но внешне в их отношениях не проглядывает ни тени затаившейся особенной симпатии. На появление Обломова в их доме тетка смотрела, или лучше сказать, никак не смотрела. Ему за 30 лет, не станет же он говорить Ольге пустяков или давать каких-нибудь книг. По-иному смотрел на это барон, но мнения своего вслух не высказывал. Месье Обломов, не получали ли вы письма от Андрея Ивановича? Получил. И что же он пишет? Звал в Париж, теперь зовет в Рим. И что же вы? Как соберусь, поеду. Кажется, вас давно дожидается. Будете писать, непременно передайте от нас поклон. Илья Ильич! Да? Я жду вас. Простите, пожалуйста. Доброе утро. Что? Каковы ваши успехи? Все, что обещал, я исполнил. Что не вспомнил сам, выписал из книжек для памяти. Эпоха Ренессанса. То есть период. Какой несносный этот орешник здесь. Верно, Илья Ильич, как бы выигран ландшафт, не будь куста на этом месте. Простите, я перебила вас. Продолжайте, мне интересно. Различают три времени эпохи Ренессанса в Италии. Время Троченто, время Кватроченто, время Чинквичента. Время Троченто замечательно явлениями таких мастеров, как Джотто, Учелло. Далее все более явственно проступают черты разных школ. Миланской, Мантуанской. Месье Обломов, месье Обломов, да? У вас листок упал. О, благодарю вас. Вы меня перестали слушать, я поэтому и замолчал. Появляются новые имена. А я вот все думаю про этот орешник. Я думаю, что если бы живописец писал пейзаж, то куста бы он в картину не взял. А по-моему, он очень на месте. Барон, дайте руку, нам пора. Но я ведь не дочитал. А вот без меня и дочитайте. Мы ждем вас к обеду. Благодарю. Смотрите на пейзаж и читайте о живописи. А к обеду мы вас непременно ждем, как всегда. Слышите? Я жду вас здесь в 2 часа. Матант, подождите меня, пожалуйста. Куда вы так торопитесь? Ой, ужасный куст, все портит. А я считаю, что он здесь очень на месте. Ну, не спорьте, барон.
вы меня не видите? Ой, Алексеев! Батюшка, я вас и не приметил, знаете, голубчик. Илья Ильич, я тут 2 часа уже вас дожидаюсь. Вы гуляли? Гулял. Ах, если бы знали, Алексеев, как я теперь занят. Андрей сердится, зовет меня в Швейцарию брониться. Куда я теперь? Возможно ли? Ах, Алексеев, как она прелестна. Даже Андрей этого не знает. Как глубока, естественно, какая в ней сила. Сколько в ней мягкости, понимания. Это вы про кого? И даже когда она сердится, даже когда говорит о чем-нибудь саркастически, все равно в ней блещет такая грация. Такой живой ум, ну просто с радостью подставляешь лоб, пожалуйста. Это вы про барышню Ильинскую? Что? Это верно. А вы знаете Ольгу? Нет, но вы так говорили. Господи! Это чудо! Да что там? Алексеев! А почему бы вам не пожить у меня, правда? Дачи у вас нет? В городе жарко? Решено! Илья Ильич! Закат! Постойте! Или у тебя готовить комнату для Ивана Алексеевича! Постойте! Илья Ильич! Лучше я вас слушать буду, Илья Ильич! Ольга назначила Обломову сойтись в беседке, чтобы идти гулять, но отчего-то опаздывал. Ему не терпелось показать ей давешний пейзаж уже без куста, так ей мешавший. Но ее все не было. Он ждал. Наполнявшая его радость куда-то уходила. Природа жила деятельной жизнью. Вокруг кипела невидимая мелкая работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое. Между тем в траве все двигалось, ползло, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны, так хлопотливо и суетливо. Сталкиваются, разбегаются, торопятся. Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку. Вот птица где-то в чаще давно все повторяет один и тот же звук. Может, зовет другую. Трава сильно пахнет. Из нее раздается неумолкаемый треск. «Какая тут возня!» — думал Обломов, слушаясь мелкий шум природы. Снаружи все так тихо, покойно. Какие летом дни длинные. Зимой об эту пору уж ночь совсем. Да. Нынче на святке в 5 часов уже темно. Это на святке Марья Петровна вздумала с гор кататься. На святке, по-моему. Да, на святке. Это еще тогда Лукасавич себе лоб расшиб. Ну-ка! Лука Савич, расскажи, как это ты? Ну что же рассказывать? Я все Алексей на ус выдумал. Ничего такого не было. Лобик-лобик-то здесь. Вон шрамик-то. Ну что вы смеетесь? Ну, это все Васька-разбойник. Салазки старые подсунул. Они и развалились, я и того. Thank you.
Пойдем, мой хороший. Я тебя уложу. Вот. Вот мой хороший. Пойдем. Вот так. Пойдем, мой золотой. Я тебя уложу в постельку. Мой хороший. Давайте, барыня, я. Не надо. Барыня, дайте я. Я сама уложу. Мой золотой. Мой мальчик. Мой дорогой. Моя радость. Пойдем, я тебя уложу. Вот так. Вот мой хороший. Вот я тебя сейчас укрою. Вот так. Вот давай сюда ручку. Вот так. Ты не уходи. Я не уйду. Я с тобой. Зима еще будет. Будет. Я не сплю. Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней. У него у сонного медленно выплыли из-под ресниц две теплые слезы и стали неподвижно. Илья Ильич! Илья Ильич! Илья Ильич, да проснитесь же вы! Неужели вы не можете не спать ни пяти минут? Ой, Ольга, простите, я... Я, кажется, и не спал вовсе. Точно видел все совсем рядом. Обломов хотел рассказать Ольге виденное, но не смог. Он неожиданно зевнул. Вот мой доктор, он, чтобы не болел, велит ехать куда-нибудь. А я не могу. Я давеча и Андрею говорил. Знаете, я иногда чувствую, будто я какая-то маленькая часть большого целого. Ну, как лист на ветке. Так покойно бывает, счастливо. Я объяснить того не умею, но будто слышу. Иногда как соки бегут по стволу, как иногда... Дерево все зашумит ветвями, закачается, я вместе с ним. И не страшно. Чувствуешь корни глубокие, сильные. Оторвешься, подхватит ветер, где упадешь, чем станешь. Вы что? Вы иногда смотрите на меня? Как моя няня Кузьминична. Ольга! Ольга Сергеевна! А если я вдруг умру? Какая мысль? А как я простужусь? Вы приходите сюда, меня нет. К нам приходите тоже. Катя выходит вся в слезах. Шепчет, больна, умирает. Доктор качает головой. Что? Что с вами тогда будет? С ума сойду. Или застрелюсь. А вы выздоровите. Боже, какие мы дети. Какие мы дети. Ольга! Ольга Сергеевна! Ольга! Ольга! Ольга Сергеевна! Ольга! Ольга! Я давно хотел сказать вам, что... Что? Нет, ничего. Ну что? Так. Нет, у вас есть что-то на уме? Ну? Нет. Говорите. Это вздор. Ну, говорите. Да нет, не нужно. Ну, нужно. Я прошу вас. Ну? Ну что, разлюбил, может быть? Ну, что ты говоришь? Ну что, говори. Ты любишь Андрея? Да, конечно, он мой друг. Ну что, ты не это хотел сказать? Ольга. Ну. Ты молода. Ты не знаешь опасностей. Пусть. Ну. Ольга, это страшный путь. Пусть. Ну. Нам нельзя видеться наедине. Уходите. Уходите, уходите, уходите. Уходите. О.
пойду по этому пути. Потому что на этом пути всегда расстаются. А я не хочу расстаться с вами. Я люблю вас. Илья Ильич, вы, наверное, проститься пришли. Очень с вашей стороны любезно. А вы уезжаете? Представьте, да. Желаю вам приятно провести время, а также желаю успеха именно научном поприще. Знаете, мне очень приятно было, что... Оставьте, пожалуйста. Как говорят, благодарю за гостеприимство. Не поминайте лихом. Мы были очень вам рады. Да, простите, что так неудобно все получилось. Поверьте, мне искренне жаль. Я верю, что вам действительно искренне жаль. А вы почему? Что? Теперь долго не увидимся. Да, да, долго не увидимся. Ну, с Богом. А где Ольга? Ольга в парке. А, впрочем, я не знаю. Она вам ничего не сказала? Что сказала? Ну, как же? Нет, она ничего не сказала. Барон сделал Ольге предложение, а она ему решительно отказала, и поэтому он уехал. Я думала, она пошла к вам и все сказала. Катя! 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 Бегу, барыня, бегу! Он ей предложение? Как так? Он Ольге... Стойте! Я вам говорил, вокруг нее кипит жизнь, сама она молодая.
радостный, и все вокруг нее должно быть молодым и прекрасным. Так. Пошел вон. Сейчас. Все. Что ж так волноваться, Илья Ильич? Не надо так волноваться, не надо так волноваться. Ведь барону она отказала, да и бог с ним. А потом вы ведь давеча сами сказали, что она вас любит. Зачем же так расстроились? Господи, а ведь она меня любит. Любит Алексеев. Сама сказала, что любит. Ну вот, и слава богу. Вставайте, Алексеев, вставайте, вставайте. Я все понял, Алексеев. Что случилось, Илья Ильич? Я давеча вам говорил, что она меня любит, но я ошибался, и она ошибалась. Ольга меня не любит, не любит, не должна любить. Это ошибка, просто ошибка. Поставьте. Что вы говорите, Илья Ильич? Это же горе какое, если правда. Правда, Алексеев, горькое, ну, правда. Смотрите, чем я лучше этого барона? А? Что молчите? Я его не видел никогда. Правильно, таких, как я, не любят, не должны любить. И потом, если бы я мог поразить ее силой ума или красотой лица. А так я что такое? Обломок, больше ничего. Штольц! Штольц! Это дело другое. Это ум, сила, обаяние. Умение влиять на судьбы других. Как все просто. Она его любит, она мне сама сказала. Правда, сказала, что любит как друга, но мы-то с вами знаем, что это ложь, бессознательная ложь. Дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Понятно? Но все равно, если не Андрей, то не Обломов, а такой, как Андрей. Она просто готова была к восприятию любви. Я попал случайно ошибкой. А пройдет другой настоящий, и она отрезвится от этой ошибки. Боже мой, что я делаю, что я делаю, что я делаю... Если я все это понимаю и принимаю чужое, значит, я вор. Все. 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 Будить Захара и уезжать отсюда, пока я не скатился в эту бездну и ее с собой не увлек. Так. А как же она? Кто она? Ольга Сергеевна, когда вы уедете? Утром встанет. Так. Пошлет к вам. Так. Ей скажет, уехал. Ну. Что же ей думать? Угу. Да, вы правы. Объясниться необходимо. Илья Ильич. Я напишу ей письмо. Вам не страшно, Илья Ильич? Нет. Я посижу здесь тихо. Нет, нет. Ступайте. Ступайте с Богом. Спасибо вам. Пожалуйста. Я один должен. Хорошо. Вам странно, Ольга Сергеевна, вместо меня самого получить это письмо. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя. Мы полюбили друг друга так внезапно, так быстро, как будто оба вдруг сделались больны. И это мне мешало очнуться ранее. Я только сегодня, в эту ночь, понял, куда я падаю, и решил остановиться. Я говорил вам, что люблю вас, вы отвечали мне тем же. Слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я буду уже в бездне. Посмотрите на меня. Вдумайтесь в мое существование. Можно ли вам любить меня? Любите ли вы меня? Люблю, сказали вы вчера. Нет, твердо отвечаю я. Ваше настоящее «люблю» не есть настоящая любовь, а будущее – это только бессознательная потребность любить. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам, вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку,
А мне эта досада и стыд сделают боль. Вот что следовало бы мне сказать вам. Если бы от природы я был прозорливее умом и пободрее душой, если бы, наконец, я был искренним. Я говорю это, прощаясь, как прощается с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой, так же легко, бодро и весело, как и она, с той ветки, на которую сели невзначай. Ольга. Уйдите! Зачем вы здесь? Вы правы. Все может случиться. Появится человек, которого я смогу полюбить. Но это будете не вы. Нет. Как? Нет. Нет. Как? Значит, я прав. Я потому и писал, что мне дорого ваше счастье. Нет. Вам досадно стало за мое тихое счастье, и вы поспешили возмутить его. Но я жертвую собой ради вашего счастья. Разве у меня не плачет все внутри? Зачем же я делал все зачем? Это? Зачем? Зачем? Да зачем же? Зачем вы спрятались теперь за кусты? Чтобы посмотреть, буду ли я плакать. И как я буду плакать. Да если бы вы хотели того, о чем пишете в вашем письме, вы бы давно уехали, не повидавшись со мной и не мучая меня. Какая мысль? Обломова поразило это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда. Нет, вы не меня жалели, вы себя жалели, гордыню свою, самолюбие. Вчера вам нужно было мое «люблю», сегодня мои слезы. Завтра вы захотите увидеть, как я умираю. Ваша любовь постоянно требует жертв от меня. Ей нужна пища, стоит ее не покормить, она начинает таять, умирать. Вы злой. Ильич! Ильич! Ты сказала, все это правда, но я не знал этого. Я писал это письмо. И наслаждался. Да, ужасно, наслаждался. Голова моя и сердце были наполнены, и я жил. Мне казалось, что я страдаю, а на самом деле я наслаждался. Да-да, наслаждался, наслаждался. Новостью своего положения, горем своим, сигарой. Боже мой, Ольга, прости меня ради Бога. Я хотел этой разлуки, мне казалось это, но я не вынес ее. Не вынес ее. Идем домой. Хорошо. Ольга, пожалей меня. Ольга.
У меня колени дрожат. Я сделаюсь больным. Что с вами, Илья Ильич? Зачем вы не дома? Мы с Захаром весь парк отбегали. Красота какая я. Плед принес. Укройтесь и пойдем рядышком. Я зонт нарочно большой взял. Спасибо. Выступайте сейчас, а мне здесь нужно. Господи, как же. А я чашку украл. Может, я с вами посижу? Не, ступайте. Ступайте. Алексеев, если я женюсь и насовсем уеду в Обломовку, поезжай с нами. Можно я с вами посижу? Нет, ступайте. Ступайте.
проснулся, мальчик мой. Не мутны ли глазки наши? Нет. Не болит ли чего, Илюшка? За мной, Илюшечка. Владыка Божий, Отче Вседержитель, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Огради меня, Господи, силою и чатняга животворящего Твоего Христа. Катя! Здравствуй. Илья Ильич, вы что тут? Катя, скажи, а барышня спит? Так ведь шестого половина. А, хорошо. Катя, денежку хочешь? Господи, Илья Ильич. Возьми, возьми. Добрым утром. Вы что, всю ночь просидели под дождем? Боже мой. Ольга, а вы спали? А вам жаль, что я спала, злой человек? Нет, нет, просто мне казалось, что я всю ночь разговаривал с тобой. Милый мой. Ночью была гроза. В саду было сыро, неуютно. Целые ручьи текли по дорожкам. Я сидел в беседке, не мог выйти. А сейчас солнце все высушило. Но вода осталась. Немного. Сумасшедший, откуда у тебя моя чашка? Это теткин подарок. Раз, два, три, четыре, Ольга! Пять, шесть. О, как еще только 6 часов? Немедленно идите спать.
что же, Илья Ильич? Всю ночь не ложись. Сейчас лягу. Хорошо ли? Настоящий барин. Умница. Красавец. А точно разбойник. По ночам где-то скрывается. Дома не спит. Под дождем мокнет. О, ну, Захар, оставь. Разбуди меня в 2 часа. Кто от Ильинских придет, скажи, что барин будет ждать барышню ровно 3 часа в парке. Смотри, не перепутай. Что это? Не перепутай, смотри. Да ладно. Захар! Проснулась. Который час? 5. Ах ты, балуван, ну что ж ты меня не разбудил? Я ж тебе приказывал. Ну попробуй вас добудиться. Ночь ходит не весь где, а потом спите, как камень, да еще ругается. Змея, губитель! Я ж барышню в 3 часа в парке ждала. Не ждала. Как? А вот так. Горничная приходила. Сказала, что гости приехали. Не может барышня в 3. Так одеваться, что ли? Какие гости? А я почему знаю. Больше ничего. Еще чашку просили вернуть, что вы принесли. Говорят, подарок. Я проверил. Не наша. Отдал. Так одеваться, что ли? Ладно, поди вон. Спать будете. И то. Нечего там делать. Сырости-то. Где там? Барышня с гостями чай пьют. Велели приходить к 4 в это, как его, да сад, что ли. В парк, что ли? Да-да, в парк, парк. Что ж ты молчал, губитель? Вы не спрашивали об этом. Ну, теперь уж 6 час. Одевайся! Прекрасно играет утреннюю зарю. Так прекрасно. Ой, я не Котенка от соседей принесли. Вы давеча спрашивали. Не надо ли? Захар. Чего извольте? Я, может, в город перееду. Куда в город? Квартиры нет. Ну, на Выборгскую сторону. Ну, что же это будет? С одной дачи на другую станем переезжать. Чего мы там не видали? Волков, что ли? Здесь неудобно. Куда нам еще переезжать? Господи. И тут вон умаялись совсем. Вы лучше скажите, куда чемоданы ваши новые девать, которые Андрей Иванович зимой приказал купить?
продать, что ли? Ты что, с ума сошел? Я на днях за границу поеду. За границу? А что, поеду и все? Что ж тебе так странно? Поеду и конец. У меня и паспорт готов. Ну, зимы готов, все, едем. На следующий день два раза приходила Катя. Передавала приглашение барышни на обед, который устраивался в честь гостей. А потом, как стемнеет, звали на большой фейерверк. Его должны были делать Пьер с Мишелем. Но Обломов не пошел. Сказав через Захара, что простудился немного, должен был напиться горячей травы и посидеть дома. Расскажите что-нибудь, Иван Алексеевич. Все переговорили, Илья Ильич. Нечего рассказывать. Ну, как же нечего? Вы вот в город ездили, в людях были. Нет ли чего новенького? Я думаю, читаете. Да, читаю иногда. Или другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот нынче Алексей Спиридонович, сын, студент, читал вслух. Ну и что же он читал? Про англичан. Что они ружья, да порху разного куда-то завезли. Алексей Спиридонович сказали, что война будет. Куда же-то они завезли? В Испанию или в Индии, не помню. Только посланник был очень недоволен. Какой посланник? Вот что-то забыл. Ну, что еще нового в политике? Да пишет, что земной шар все охлаждается. Скоро замерзнет весь. Да, разве же это политика? Дмитрий Алексеевич сначала про политику упомянули, потом все подряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что это уж литература пошла. Эй-яй! Вас горничная от Ильинских спрашивала. Я же просил тебя отвечать, что нет. Я болен. Я и то говорю, она все равно просит. Мол, важное дело какое-то. Я ей говорю, у нашего барина важных дел не бывает. Ступай. Она... Скажи, что я сейчас выйду. О, Захар. Здрасте, Илья Ильич. Катя, что ты? Барышня здесь, велела спросить. Ольга Сергеевна здесь? Да. Правда, Катя? Да. Захар! Скорее! Илья Ильич, у меня для вас известие. Ольга, ради бога, как вы здесь? Вас здесь могут увидеть. Я нарочно сбежала от гостей, чтобы сообщить вам одну вещь. Завтра ваш друг приедет. Андрей! Да, сегодня письмо от него получили. Да! Горло ваше как? Нет. Так вы совсем не были больны. Обманщик. Нет, мне же лучше. Горло прошло. Илья? Нет. Ольга. До завтра, до завтра. Ольга, погодите. Ольга! До завтра! Ах, Андрей. Как я рад, что ты здесь. Ну, отчего же ты не приезжал? Я ждал тебя. И на письма не отвечал. Чем ты здесь занят был, а? Ну, ступай, собирайся. Поехали кататься в коляске. Только поживей! Ольга ждет! Как? Ольга Сергеевна здесь? Я сейчас. Захар! Захар! Здравствуй, Захар. С приездом, Андрей Иванович. Ступай живо, одеваться барину. Андрей Иванович. Постой. На вот тебе. Здесь шейные платки, не понравятся, так куме отдашь. И порошок от клопов, французский. Ступай. Захар! Да иду, бегу.
Слушай, Илья, а что же ты не писал мне? Я было решил, что ты отправился в деревню, потому я и приехал прежде к Ильинским. А мне говорят, Обломов на даче, болеет. И вы тут. С приездом, Андрей Иванович. Простите, не заметил. Здравствуйте. Здрасте, Алексей. Иван Алексеевич. Виноват, Иван Алексеевич. Вот вам. Это брелок из Англии. Спасибо, Андрей Иванович. У вас часы есть? Нет, часов у меня нет. Я теперь нарочно куплю. Красиво. Тонкая работа. Андрей! Я готов. Прекрасно. Да, Илья. Илья Ильич, да. Андрей Иванович, наверное, у вас остановится. Да? Так, я говорю, что Андрей Иванович у вас остановится, так я в город приеду. О, это тебе! Из Мексики, чистая кожа. Спасибо. Иван Алексеевич, после поговорим. Хорошо. Андрей, идем. Подержите, пожалуйста, мерси. Здравствуйте, здравствуйте, обманщик. Андрей Иванович, а он опять лежал? Несносный человек. Стоило мне 2 дня с гостями заняться, как он опять лежит, да еще больным сказался. Ну что ж вы не приходили? Я скучала. Простите меня, Ольга Сергеевна. А я смотрю, как вы похорошели, Ольга Сергеевна, на даче. К вашему лицу, должно быть, очень пойдут синие ленты. В другой раз непременно вам привезу. Верно, Илья? Как расцвела Ольга Сергеевна. Не спрашивайте Обломова, не ждите от него для меня комплимента. Помните первую встречу? Вы тогда еле уговорили его послушать мои пение. О, несправедливо. Вы несправедливо ко мне. Сначала я, верно, отказывался, пока не услыхал, как вы поете. Ольга Сергеевна, благодарите еще, что он не заснул под вашу кастадиву. Господи, неужели всего 4 месяца прошло? Да-да, всего 4 месяца прошло. А кажется, как далеко все. Андрей Иванович! Да? А можно я к вам седы править буду? А? Извольте. Вы не боитесь? Это не страшнее, чем сидеть ночью в чужом саду. Или в гостях расколотить соусник. Господи, вы это помните? Но! А быстрее можно? Но! Пошел! Пошел! Ольга Сергеевна, спойте! Да, Ольга Сергеевна, спойте, а! Хорошо, только давай теперь все вместе. 3-4. Нет, ну зачем так громко, Андрей Иванович? Ну, то, что вы привезли. Ну, конечно. Да?
Захар! Митька! Скорей! Ах, ты, боже мой, как изменилась эта девочка. Как выросла, развелась. Андрей. Что? Ты знаешь, я... Знаю. Что? Все. Все? Да. Что все? Ну, и про занятия, и про гуляния, и про куст, и про письмо, и про чашку, и про... Как? Боже мой, как же? Илья Ильич, смотрите, что Андрей Иванович из-за границы привез. Иди сюда, Илья! Вот он! Катя! Опа! Поехали! Идите скорее смотреть, как Андрей Иванович катается! Мотом! Скоро весь мир будет путешествовать на таких машинах! Ни овса, ни подков, ни кучера! Ничего не нужно! Андрей Иванович! Андрей Иванович, можно я тебе? Теперь ты, Илья, попробуй! Илья Ильич, ну же! Не бойся! Нет, нет, Илья, ты, я вижу, опять спишь. Я от тебя не отстану. Это ж так просто. Ну, пойдем, пойдем. Что ты, Илья? Я не поеду. Илья, ну что ты, ебух какой? Ты испугался чего-то? Ну, это ж так просто. Ну, я прошу тебя. Я не поеду. Ну, это же глупо, в конце концов. Тебя все просят. И я прошу для меня, Илья. Я не поеду. Я помогу тебе. Это так весело и приятно. Я не поеду. Эх, Илья. А, бог с ним, Ольга Сергеевна. Мы и сами прокатимся. Илья Ильич, смотрите. Даже я не боюсь. Как? На другой день Илья Ильич переехал на Выборгскую сторону. Ольга писала ему, один раз даже приходила. Но они виделись все реже и реже, потом отношения их прекратились совсем. На другой год Ольга вышла замуж за Штольца. Обломов безвыездно жил теперь на Выборгской стороне, в доме вдовы Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Занимался с ее детьми, обедал, спал и все мечтал о поездке в деревню. Штольц несколько раз бывал у него, уговаривал начать новую жизнь, ехать за границу, в Обломовку, но потом он отступал. Вскоре Агафья Матвеевна стала женой Ильи Ильича. У них родился мальчик, названный в честь Штольца Андреем. Илья Ильич не делал различий между своим сыном и детьми Агафьи Матвеевны от первого брака. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт, Обломов наконец решил, что идеал его жизни осуществился. Хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовало ему барское и покойное беспечное течение жизни в родной деревне. Через 7 лет Обломов умер от удара. Захар спился, нищенствовал и все ходил на могилу барина.
Штольц звал его к себе в деревню на покой, но Захар не поехал. Маленького Андрюшу Обломова штольцы взяли себе на воспитание и считали членом своего семейства. Агафья Матвеевна осталась одна. С потерей Ильи Ильича нечего было ей желать большего в жизни, некуда идти. Оживала она только, когда виделась с Андрюшей. А виделась с ним редко, когда только штольцы жили в городе или снимали дачу недалеко от города. Иван Алексеевич! Иван Алексеевич! Сделайте мне, пожалуйста, лекарство. Оно там на подоконнике. Сейчас, Ольга Сергеевна, несу. Пожалуйста. Спасибо. Нянька говорит, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за доктором? Я напоила ее сегодня теплым. Не пущу купаться, там посмотрим. Вы бы сыграли что-нибудь, Иван Алексеевич? Да ведь я не умею, Ольга Сергеевна. Да, я и забыла, извините. А чего же ты не отвечала на письмо своей приятельнице Сонечке? А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уже третье письмо ее без ответа. Да мне хочется забыть ее скорее. Отчего? Так. Андрей Ильич! Андрей Ильич! Андрей Ильич! Андрей Ильич! Мальчики деревенские прибежали, сказывают, маменька ваша идет. Бегите скорее встречать. Маменька приехала! Тебе поклон от Ренгольда. Я видел его в банке. Ты знаешь, он замечательно выглядит. Совершенно оправился. С удовольствием вспоминал нашу поездку. Справлялся о тебе и о детях. Звал гостей. Я дал слово, что мы будем на неделе. Приедем к нему. А только по дороге домой вспомнил, что мы должны быть на открытии выставки.